Один выезжает. Мой район, кстати. Можно как-нибудь на так сходить. Осторожно! Внимание, порядок восстановлен. Всем нарядам вернуться к патрулированию. Я в ванной. Вот как эта тёлка выразила благодарность за то, что ты вытащил ее из задницы. Закрой рот. Я ушла буквально на час. Ты проверяла пульс? Ее больше нет. Как это случилось? Я не знаю. Говорю же, когда я уходила, Эва лежала в кровати, как обычно. А когда я вернулась... Бля. Я же не знала. Я... Не вини себя. Твоей вины тут нет. Я должна была почувствовать, что что-то не так. Но не могла же ты сидеть с ней с утра до ночи безвылазно. Ясно же, что она уже решилась на это. Все равно нашла бы способ. С ней надо что-то делать. Да, мне проблемы не нужны. Позвоню копам. Перенесешь ее на кровать? Ну да, это, конечно, многое изменит. Мне кажется, лучше ее оставить, пока не приедет полиция. Для них это просто еще одна мертвая шлюха. Им похер. Просто не хочу, чтобы она так жалко выглядела. Да. У нас тут смерть от несчастного случая. Нортсайд, Джексон-стрит. Нет. Опасности нет. Это самоубийство. Как завтра? Нет, сегодня. Она умерла, вы не понимаете? Нет, травма-тим не констатировала ее смерть. Если бы у нее была страховка, я бы вам не звонила. Если вы не поднимете свою задницу, я приду и разнесу ваш сраный участок к чертовой матери. Не хотите приехать, чтобы меня арестовать, а?
Окей, мне похуй, что вы там про меня напишете. Скоро приедут. Предложили подержать ее во льду до завтра. Представляешь уровень наглости? Ну, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Ты потеряла близкого человека. А они получают по сотне таких вызовов каждый день. Ты сейчас что, их оправдываешь? Нет, не оправдываю. Надо хоть одеть ее, а то она выглядит не как человек, а как тело. Подожди снаружи, ладно? Ви, закрой дверь. Пожалуйста. Есть сигарета? Разве ты куришь? Давно уже бросила. Просто мне сейчас нужно что-то, кроме воздуха. Дай закурить, Ви. Ладно, бери. Это был ее портсигар. Хочешь, могу отдать. Нет. Раз он тебе нравится, оставь. Я даже рада, что он оказался у тебя. Черт, Эва. Это я виновата. Я думала, если оставить ее в покое и дать время, она встанет на ноги. Держись, Джуди. Не рви ты себе душу. Слушай, Ви, давай посидим минутку в тишине, окей? Я больше ни о чем не могу думать. Только об этом. Технически с ней все было нормально. Кукольный чип работал. Значит, была какая-то еще психологическая травма. Я еще покопалась в ее виртах и нашла Дубмана. Он держал ее у себя. Насиловал. Делал с ней такое, что... А когда ему надоело, он ее продал. Что Дубман с ней делал? Ты видела? Да. И теперь хотела бы развидеть обратно. Погоди, ты нашла еще записи? Я стала пересматривать поврежденные. Там, конечно, много помех. Трудно что-то разобрать. Но я все равно в этом рылась. В какой-то момент я нашла что-то вроде эха от нашей ссоры, когда мы виделись в последний раз. Но она тогда не записывала. Тогда почему это сохранилось как вирт? Не имею ни малейшего понятия. Может, она через какое-то время переживала это воспоминание заново? Может, имплант включался, когда ее... Ну, вроде как, знаешь, форма защиты — думать о прошлом вместо настоящего. Чтоб не так больно. Я обнулил Дубмана. Не то чтобы специально, я этого не планировал. Но я рад, что так вышло. Да, и я рада. Не представляешь, насколько. Только это капля в море. Таких, как он, еще много. И с этим пора что-то делать. Например?
Пока не знаю. Позвоню Сьюзи. Спасибо, Ви. Прости, мне надо немного побыть одной. Я тебе позвоню. Тебе точно ничего не нужно? Нет, но спасибо, что спросил. Если что случится, я всегда на связи. Поступило сообщение о преступлении в Уотсоне. Вас понял. Наверное, опять какой-то киберпсих, но я разберусь. Кстати, слышно что-нибудь про оплату переработок? Прием! Внимание! Подозреваемый скрылся от патрульных. Возобновите поиски. Обнаружен транспорт подозреваемого. Сведения разосланы. Ah!
Порядок восстановлен. Всем нарядам вернуться к патрулированию. Тебя ждали. Как ты узнал, кто я? Неужели по прическе? Мы пасли тебя с тех пор, как ты пришел в Пасифику. Боялись, что я тут потеряюсь. Лукадиза. Другого места не было. Не люблю похороны. Не бойся ты так, Траш. Эти похороны не твои. Это ты заказчик? Мне наконец расскажут, что надо делать? Я просто посредник. Ты узнаешь все. Скоро. Кто умер? Это как-то связано с заказом? Думаешь, мы проводим эти похороны для тебя? Что вам надо? Смотрите, один ли я? Какой у меня хром? Это что, проверка? Со многими мы работаем с детства. Мы знаем их ангелов. А тебя мы не знаем. Интересно, вы ведете дела у себя в Пасифике. Никаких деталей, никаких имен, никто ничего не знает. Мы знаем твое имя. Этого достаточно. Мне нужна Брижит, она где-то здесь? Нет. Иди в торговый центр у перекрестка. Там внутри будет мясная лавка. Найди Пласида. Он тебе все расскажет. Sauter tant qu'on l'a toujours fait. L'est pas fait aucun sens pour ces licognards. Juste donne. Moi, pas connais. Il te semblait très déterminé. Oh, l'est pas changé l'idée. Tant qu'on tout temps. C'est pas tant ça. Oh, vous voulez pour moi parler avec lui, pas vrai? Ok, pas gain chance. Vous правда продаете тут мясо? Серьезно? Ou actuellement voulait acheter quelque. Qui ça l'a fait là? La PC est bien intelligent, lui semblait. Hey, по-креольски я говорю так себе. Yo parle mille langues dans la cité. Nous-mêmes, nous parlions seul grain. Не повезло мне, да? Так сюда рвался, а ничего не понимаю. Comme translation, ou pas maton. Мне нужен Пласид.
Placide. Gardez ici, là. Do, do, ti, pi, ti, maman. Do, c'est vous-même. Continuez. Placide, gardez là. Si ou pas dodo, crabe la va manger. Papa ou pas là, les... Ты, Пласид? Кир. Трауме. Пласид. Угу. Кстати, я о вас кое-что слышал. Говорят, вудуисты – лучшие нетранеры в городе. Но слухам верить себя не уважать. Никто толком не знает, что вы делаете в сети. Это хорошо. Самый продвинутый черный софт – взлом корпоративных баз данных, сетевые войны с дозором. А вот про куриц никто не говорил. В часовне сказали с тобой встретиться. Я от мистера Хенса. Он сказал, у вас есть работа. Не здесь. Пойдем. Куда мы идем? Туне, фуну дейо! Сюда! Туне на вилла! Ну се пасифика! Вот это пасифика. Ты знаешь пасифику? Нет. Вы не то чтобы расстилаете ковровую дорожку для всех желающих. Этот район строился, чтобы пиджаки тратили здесь деньги. Замкнутый круг. Корпораты кормят курицу. Она несет звонкие Эдди. На Эдди покупают больше куриц. Нас интересует ГИМ. Grand Imperial Mall. Самый большой и уродливый храм жадности в Пасифике. Недостроенный. До прошлой недели он был заброшен. Стоял пустой. А сейчас? Туда забрались животные. Устроили логово. Merci. Пошли, уже недалеко. Ну и что сегодня в меню? Увидишь, милый, тебе понравится. Пласид, у гео мими? Ажудия. Мы у тети. Питай, мили, не паблие. Раньше имел дело с животными? Да. Пару раз. Вы хотите, чтобы животные ушли из ГИМа? Поэтому я здесь. Скоро сам все узнаешь. Так настоящие лекарства стоят дохера, а у нас только нет. Вообще-то им нет смысла там сидеть. В самом центре Пасифики, без прикрытия, без связи. Это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Угу. Может, вас пытаются обмануть, спровоцировать на глупость? Они оттуда не выходят.
Сколько примерно их там? 30, может больше. Винина, нам сюда. Ты сиди. Как насчет Брижит? Потом. Сначала заказ. Эй, ты что творишь? Но хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить. Что-то мне подсказывает, друзьями мы не станем. Нет, искры. Как-нибудь переживу. Эвелин Паркер. Знаешь такую? Она не из нас. Как-то работала на вас. А че вы своих в ГИМ не пошлете? Не наш метод. И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Виктор, твой хромовый шаман? Что, знаком с ним? Мне это не нужно. Железо дрянь. Поменяй его. О, ты тоже в Рипперы записался? Это вообще важно? Или ты пытаешься меня запугать? Я тебя проверяю. Надо знать. Этот чип. У него нет сигнатуры. Для чего он? Кроме этого, все нормально? Проблема с нейронной сетью, всплески, всякое. Это все как-то мешает? Я спрашивал про чип. Из-за него я и здесь. Мне надо показать этот чип Брижит. А ты не знаешь, что на нем? А что, должен? Он же все равно уже сломан. Я получил пулю, чип перестал работать. Вот как. Ты ни разу не спросил ни про опыт, ни что я умею делать. Мы не корпорация, карьеру не предлагаем. Ты выполнишь для нас только одну задачу. Ну, что скажешь? Я гожусь для работы? Угу. Камьюнет. 20:35:07. 3 секунды раньше. Бум. Мы хотим знать, откуда камьюнет приехал. Вы все это писали сами? Камеры наблюдения, спутники корпоратов. Пишем со всего. Кроме того, что в ГИМе. Правильно? Фургон явно сделан на заказ. Мы и сами догадались. Эй, я просто пытаюсь сопоставить факты. Навороченный фургон. У качков таких не водится. Его хорошо стерегут. Что бы там ни было, это Разид. Важно. Патман Келли Абдисон Окой. Феме Потля. Животные тут ни при чем. Они просто охранники, их наняли. Кто-то с полным фургоном нетранерских приблуд. И мне надо узнать, кто это? Угу. Начни с камьюнет. Не светись. Просто смотри, что происходит. Я подключил тебя к резу Агве на нашей сети. Что? Зачем? Через Агве я буду слышать то, что ты слышишь, и видеть то, что ты видишь. Я проведу тебя через ГИМ. Еще один голос в башке. То, что Риппер прописал. Мы знаем, кто этот раннер. Что ему надо? Надеюсь, ты узнаешь. Следить за мной будешь? Вот оно. Доверие. Ладно. Что еще мне нужно знать? У Мола стоят наши. Они скажут, как попасть внутрь. И сколько я за это получу? Как будем рассчитываться? Хэн сказал, денег тебе не надо. Как я понял, у тебя проблема. Закончишь с ГИМом, Брижит решит ее. Условия изменились. Теперь мне надо работать мишенью на территории врага. Так что мои ставки повышаются. Хм, посмотрим. Не обещаю. Ну ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брижит? Да. Сокти в конце коридора. На лифте вниз. Наши тебя пропустят. Мы закончили. Смотрю, чужих вы не любите.
Таких, как ты, видно. То есть, лучше быть начеку? Угу. Точно. Брижит знает про встречу? Или ты один всю эту кашу заварил? Я же сказал, время придет, и Шифин с тобой поговорит. Кстати, давно хотел спросить, почему вудуисты? Вы же не верите в вуду. Спроси тех, кто нас так зовет. Значит, вы зовете себя по-другому? Ага, но ты мне не скажешь как. Ну что ж, ясно. Слушаю. Что? Проверяю соединение. Хорошо слышно? Угу. Вроде да. Что это такое? Тут тебе не универ, тут думать надо. Это мои люди. Поговори с ними. Ты Ви? Они знают, что вы тут? Мы у себя. Это наш дом. Нам не надо быть призраками. Это тебе надо быть призраком. Тихим, невидимым. Где вход? Мне сказали, вы знаете. Да, в гараже. Сзади. Только тсс, тихо, ладно? Что-нибудь интересное происходило? Нет, пока мы здесь, все тихо. Кто входил, выходил? Ну, они выбрались за едой один раз.
можно хоть минуту спокойно постоять? Ёпта. А? Сейчас бы массу наращивать, а не хуйней страдать. Опять крысы завелись, что ли? Что это было? Их там двое, они просто сидят. И? Все, просто сидят и смотрят. Ну что я могу сказать? Хуй чего они высмотрят.
делают, что жрут от скуки. Я внутри. Вижу. Проверяй камьонет. Ладно. Это было? Ничего. Наш нейтронар хотел в тебя вселиться. Я поставил тебе хороший лед. Должно хватить. То есть он знает, что я тут? Давно заброшен. Теперь уже нет. Животные починили.
Я бы тоже позырил что-нибудь, чтобы хоть как-то убить время. Вон там. Я тебя пополам порву и на штангу повешу. Это что было? Что это было? Что такое-то? А?
кражу. Кишки по дверям разбей. Делай, что могу! Влепил бы его! Фургона. Нейтранера тут нет. Я вижу, что ты видишь. Молчи. Так, подключайся к фургону. Раз уж и ты это видишь, скажи, на что я смотрю. Потоки данных в Пасифике. Они ищут Аквы. Кто эти «они»? Дозор. Они ведут на нас охоту. Что именно им нужно? Внутренние базы данных. Если наш лед треснет, они возьмут все Аквы и всю сеть. Мы вернемся в темный век Бартмоса. Но у вас же есть всякие там веб-сканеры, зеркала. Есть. Их они тоже ищут. Все так плохо? Не знаю, сколько они данных собрали, но их карта не закончена. Они еще подтверждают источники. Ладно. В чем моя задача? Добраться до агента. Его легко найти.
Смотри на карту. Он в кинотеатре. Уходи. Это не твоя война. Мерд. Что? Пласид, что? Он нас отрезал, отбросил. Он знает, что ты здесь. Найди его. Ты не можешь через сеть его сжечь. Он же подключен к фургону. Не могу пробить защиту. Поэтому тебе надо добраться до него самого. Так, а что делать, когда я его найду? Я скажу. Агент хочет тебя отрезать. За комьюнит дверь. Я ее открою. Моей стаи. Я такого не говорила. Просто тебе надо бы поторопиться. Сид, в чем дело? К тебе ломится агент. Я им займусь, не отвлекайся. Долго я его не удержу. Он в одной сети. Животных, убери ее. Yeah.
Ну? Теперь дозорный. Думаю, с нее хватит. Тише. Это чё? Что ж, теперь он нам не помешает. Я оборвал связь с остальной Пасификой. Выиграл немного времени. Сначала ты хотел меня обнулить. А теперь поговорить решил. Ну, какое обнулить? Просто отпугнуть. Но я тебя недооценил. Много болтаешь. Жив? Сейчас. Минуту назад ты был как он. Спасибо. Мне уже лучше. Что случилось? Что не видишь? Вудуисты тебя наебали, ты чуть не сдох. Они сразу хотели пустить тебя в расход. Вот тебе и благодарность за помощь. Я этого дерьма так не оставлю. Аминь, брат. Идем в Бати, расставим все точки над «и». Надеюсь, их главный амбал любит сюрпризы. Хочешь поговорить с Пласидом? Ты же этого хочешь? А то я могу отвезти. Поехали. Латгай.
Ты заранее все спланировал. Ты не собирался оставлять меня в живых после заказа, да, ублюдок? Нет, ты не прав. Мосли тебя обманул. В пизду, Мосли. У меня у самого глаза есть. Я же прав, да? Мы потеряли связь, это нарушило план. Хуйня. Я видел, как вы стираете агентов. Не надо пиздеть, что это все было без твоего ведома. Так что не держи меня за идиота. Ты вышел на поле боя. В тебя попали. Вот и все. Я должен был вытащить своих. Они для меня важнее всего. Мы пытались спасти тебя, но Мосли, он сильнее, чем мы думали. Своих? Это кого? Брижит и других. Дозор удерживал их во льду. Понял? Вся эта операция была в твоих интересах. До нее ты не мог поговорить с Брижит. Блять! Ты не мог мне этого сказать до того, как посылать в логово врага! Ассе, надо уходить отсюда. Это еще не конец. Дозор вернется. Ты же не возьмешь его с собой в крипту? Он же Аньон. Таких сотни. Ты видела сканы? Да, видела. Соти Куня, Фетут Мун Соти. Ты, наверное, Брижит. Сложно было тебя найти. У тебя ко мне дело. Получается, ты знаешь про биочип. Да, и мы должны его проверить. Много узнала из моих сканов? Уж точно больше, чем Пласид. Ты узнала биочип, потому что сама искала его раньше. Нужна проверка. Ты выжил, значит, удар принял конструкт. С Пласидом мы, честно говоря, не сработались. Я терпеть не могу, когда от меня что-то скрывают. Да еще это его злобное бормотание. Меня уже трясти от него начало. Да и, кстати, что значит Раньон? Я все объясню, но сначала посмотрим, в каком состоянии биочип. Если с ним все в порядке, мы дадим хорошую цену. Биочип не продается. И силой вы его не отберете. Он был в херовом состоянии еще до того, как я попал в ГИМ. Он не работает? Все не так плохо. Просто никто не знает, как его вытащить из моей головы, чтобы я не сдох. Вам надо было, чтобы я его выкрал. Значит, у вас могут быть идеи, как мне помочь. Откуда ты это знаешь? Как ты нас нашел? Эвелин Паркер. Знаешь такую? А, кукла. Шлюха. Ты нашел нас, потому что она тебя к нам привела. Хоть на что-то эта девка в итоге сгодилась. Так вы можете мне помочь или нет? Можем, конечно. Только не здесь, а в крипте. Нужен доступ к биочипу. Нас интересуют данные. Потом мы займемся тобой. Я вроде бы и так достаточно для вас сделал. Другого способа нет. Чтобы достать биочип, надо его осмотреть. Иначе вы ничего не получите, если облажаетесь. Я дала слово. Мы тебе поможем.